Общественные советы при департаментах и агентствах будут формироваться жителями региона. Об этом говорили сегодня в правительстве на пленарном заседании Общественной палаты Ярославской области. Теперь вся информация о создании контролирующей структуры будет размещена на портале Народного правительства. Список тех, кто выдвигает свою кандидатуру в Общественный совет, широк. Это и общественные палаты, областная и муниципальные, и профильные организации. Кроме того, есть и самовыдвиженцы. Если раньше общественные советы формировались органом власти самостоятельно, то сейчас вовлечено население Ярославской области, общественная палата. Голосование за членов общественных советов проходит на портале Народного правительства. То есть каждый гражданин Ярославской области может выбрать кандидатуру, которому он доверяет, и, соответственно, проголосовать.